Открывается новое направление Мангистау-Нукус-Мангистау. Теперь жители обеих стран смогут путешествовать поездом 3 раза в неделю по расписанию. Проект реализован по итогам форума, направленного на развитие сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. Таким образом, туристы смогут добраться до места назначения за 22 часа. Кроме того, реализуется проект реконструкции железнодорожного вокзала Мангистау. Сегодня разрабатывается проектно-сметная документация. Если экспертиза даст положительное заключение, то начнутся строительные работы. Это среда, пятница, воскресенье. Организатор национальной компании «Железные дороги Узбекистана». Ранее поезд курсировал в Нукус из Бениевского района, но после запуска нового маршрута уже из Мангистау он будет отменен. Открытие регулярного маршрута общественного автомобильного транспорта в город Нукус стоит на повестке дня управления. В настоящее время в целях открытия новых маршрутов и обновления автобусного парка на 2024-2025 годы акиматом заказано 76 новых автобусов.